сегодня мы с вами на открытии салона Саентера в Челябинске. Саентера – это пятый салон в России и первый на Южном Урале. Мы команда молодых и опытных мастеров. Саентера – это свежий взгляд на колористику и новые техники окрашивания волос. Саентера – это творческая атмосфера и инновации. Моя мечта. И мечта осуществилась. Саентера в Челябинске. Это пространство, которое любому человеку, который заходит в него, дает ровно то, зачем он сюда пришел. Если мы говорим про команду, то команда тут обретает то, чего им хочется. Это обучение, это движение, это бесконечная работа, это много работы, это интерес, это много колористики, это стрижки, это работа с персонализацией человека. Во-первых, это очень большой профессионал в своей работе. Это учитель. Она делает звезд с нуля, не опускает руки. Она ищет в каждом человеке, мастера, ту идею на то, что у нее у мастера глаза горят. На что? Если он колорист, то он значит колорист. Если он прически делает, значит он прически делает. И самое главное, она его направляет, поддерживает. Это такой фундамент. Когда мы начинаем только подготовку к открытию, до этого предшествует неделя обучения. И мы с командой живем тут день и ночь. И вот то, что творится в эти моменты, в эти дни, это невероятное счастье, потому что это такая энергия, которая, вот как ты ее запустишь, она так дальше и несется. И вот эту энергию мы просто тут закручивали всю эту неделю. И это непередаваемое ощущение, это реальное ощущение счастья. И ребята, которые во главе бизнеса Катя с мужем, они настолько сильны, что у них точно все получится, и что я точно знаю, они обречены на успех. Я поздравляю вас всех, предприятие, которое дает красоту, предприятие, которое дает счастье. Я когда выхожу из салона красоты, я просто думаю, что мне лет на 20 меньше, наверное, или на 30. Я поздравляю вас всех. Я поздравляю, конечно поздравляю вот семью Хохалкиных, Катю поздравляю. Вот желания, которые тут раздают, значит, чтобы они сбылись, чтобы у вас всех все сбылось. Спасибо вам. Что сегодня вот хочет современный клиент? Для меня важно, чтобы мастер был профессионал, предложил что-то интересное. Такое модное местечко, мне очень понравился такой стиль. Ну, соответственно, наверное, каких-то модных таких стильных вещей хочется и ожидать от этого. Модных стрижек, я не знаю, каких-то причесок. Кудесницы волос, без вас ведь бал не бал. Я выпорхну от вас блистательно, полувоздушно, как будто Пушкин обо мне писал. В целом, где-то 1% жизни каждый человек проводит в салоне красоты. 99% жизни – это все, что не связано с салоном красоты. Это работа, это семья, это хобби, это путешествия, отдых, спорт и так далее. Получается, что приходя к нам, вот этот всего лишь 1% проведенный в салоне, он должен быть максимально 100% попаданием. Мне нужна укладка на 3 дня. Мне нужно, чтобы я сегодня была провела красивую регистрацию. Завтра у меня юбилей клиента. Мне нужно сходить еще в бассейн поплавать. И на следующий день, да, еще позаниматься спортом. И чтобы это все держалось. И вопрос даже не финансовый, хотя это тоже сейчас влияет на вопрос больше экономии времени. Потому что сейчас мы очень ценим время, обслуживание и отношения. Выбирая себе салон красоты, ты понимаешь, что ты выбираешь не только укладку, ты выбираешь комфорт, состояние, ты выбираешь момент, где можно поделиться какими-то секретами, ты выбираешь, я бы честно сказала, зону комфорта, что мастер может быть изумительно, а ты не можешь объяснить, почему ты к нему не хочешь. А вот здесь очень важно, чтобы и психологическая составляющая, ну и, конечно, прежде всего, профессионализм. Знаете, я, наверное, не смогу сказать, что сегодня хочет современный клиент.
Я, наверное, больше скажу, чего хочет парикмахер, наверное, вот с этой точки зрения, потому что больше общаюсь именно с парикмахерами. И я вижу такую тенденцию в городе Челябинске, что сейчас открываются именно вот такие крупные салоны с хорошим лидером, с ярким лидером, который вокруг себя организовывает интересных, ярких парикмахеров с богатым опытом, с прогрессивными знаниями. И они готовы давать клиенту немного даже больше, чем клиент хочет получить, когда он приходит в этот салон. И это здорово. И я бы хотела, чтобы каждый отсюда ушел с подарком. И у нас клиенты, которые получили эту монету на день открытия, они потом писали нам слова. Я понимаю, что это психосоматика тоже играет роль. Но они нам писали такие волшебные вещи, они писали нам столько благодарностей, что это перевернуло их жизнь, что это реально сконцентрировало счастье вокруг них, либо то, что им хотелось в данный момент. Это для меня гордость, что Саентера у нас в Челябинске. Не каждому Саентера может приехать, не на каждого Саентера может посмотреть. А Саентера в Челябинске.